Следующий наш исполнитель перед концертом поведал мне, что на самом деле не так давно познакомился с творчеством Андрея Зари, но так его, это что называется, зацепило, так он проникся творчеством Андрея, что сразу же принял приглашение и решил поучаствовать в нашем сегодняшнем концерте и даже спеть одну из песен Андрея Зари. Итак, песня Андрея Зари «Грустно мне» сегодня звучит в исполнении автора-исполнителя Алексея Романюды. Встречайте, Алексей Романюда для вас. Очень хорошая песня, немножко грустная, но тем не менее, друзья, сегодня, если кто-то и загрустит, тем более, что есть какой-либо повод, пусть это будет светлая грусть. Светлой памяти поэта, хорошего автора, хорошего исполнителя Андрея Зари. Насладиться, как лекарство для души она.
года. Но я нисколько не жалел о судьбе. Спасибо, Андрей. Закончили песню, друзья.